Разбирайте своих мышат. Вот, да, держите. Мягкие игрушки со сладостями внутри для детей и носочно-чулочная продукция для всей семьи. Предприниматели Химок, ведущие социально ориентированный бизнес, встретились с многодетными мамами и подарили им приятные подарки. Есть хорошие люди, которые хотят помочь многодетным семьям. Вот позвали нас сегодня. Получили хорошие подарки, детям дали игрушечки, носочки. Очень все пригодится. Спасибо большое. Огромная благодарность. Ряд благотворительных акций в Химках запустили неравнодушные представительницы Химкинского клуба «Деловые женщины России» совместно с администрацией округа. За последние полгода у нас было детское мероприятие в парке Химки, у нас была раздача игрушек в медицинские учреждения, у нас планируется еще акция по многодетным семьям. В воскресную школу передали тоже подарки, и это на 1 сентября будут вручать наши благочиния. Химкинская будет вручать детям подарки. Несмотря на достаточно значительные программы, которые действуют на территории Российской Федерации в поддержку многодетных семей, естественно, поддержка со стороны Московской области, есть еще особая категория предпринимателей социально ответственных, которые всегда предлагают свою помощь для тех, кто в ней нуждается. Активное участие в поддержке многодетных семей принимают представители партии власти. Мы продолжаем привлекать бизнесменов, мы привлекаем тех людей, которые действительно могут оказать помощь, дополнительную помощь помимо государственной помощи тем людям, которые у нас на сегодняшний день нуждаются. В Химках около 2500 семей с тремя и более детьми и порядка 1200 семей малоимущих и нуждающихся в поддержке.